хочу создать вот такую площадку. Да, я хочу раскрутить. Предложение главы Союза мусульман Казахстана Мурата Телебекова за общим круглым столом обсудить, Мухтар Аблязов узник совести или преступник, пока лежит без движения. На саму дискуссию заочно приглашены руководители Генеральной прокуратуры, КНБ, финансовой полиции, общественные деятели и сам господин Аблязов. Вопрос, а кто придет? Мы проведем эту пресс-конференцию, круглый стол в любом случае, да, но когда там не будут присутствовать, ну, мы пригласим туда международные организации, ОБСЕ, ООН, посольство Соединенных Штатов, посольство Франции, Великобритании, мы всех их пригласим. Вот это будет открытый диалог. И если мы скажем, извините, они не захотели прийти, это будет красноречивый ответ. Значит, они не могут, значит, они боятся, значит, они просто обозначили свою слабость. Сам Мухтар Аблязов уже опубликовал письменное согласие. Уважаемый Мурат, узнал из прессы о вашем намерении провести международный круглый стол на тему Мухтар Аблязов, узник совести или преступник. Я поддерживаю вашу смелую инициативу и готов участвовать в данном мероприятии в любом доступном формате. Мне нечего скрывать от граждан моей страны и нечего стыдиться. Мухтар Аблязов как человек, который оппонирует режиму. Политик Булат Абилов считает, что такая дискуссия была бы интересна обществу. Но опять же, согласятся ли представители государства участвовать в ней? Никакой силовик, никакие прокуратура, судебные инстанции или КНБ, или там Финпол, ясное дело, сидеть в прямом эфире, дискутировать с Мухтар Кабулычем, с Мухтаром, да не будут, потому что Мухтар, ясное дело, их затрет, забьет фактами, цифрами. Это моя шконка. Я как пахан здесь. Это затея личный пиар-ход Мурата Телебекова, говорит режиссер театра Булат Атабаев. По его словам, в сегодняшнем Казахстане невозможно что-либо доказать власти и публике. Я считаю, это утопическая идея. С кем, кому объяснять и перед кем оправдывать Аблязова? Что они решают, эти прокуроры, эти люди провластные, которые считают Аблязова преступником? Они считают это не от того, что они в этом убеждены. Они говорят, что Аблязов преступник, потому что так нужно говорить. Написал тут все, что как считаю правильно. Пока опальный политик находится во французской тюрьме, Мурат Телебеков ждет от него звонка подтверждения. Только в этом случае, говорит глава Союза мусульман, он займется рассылкой приглашений в официальную Астану и по другим адресам.